Хорошая новость в преддверии нового учебного года. Он завершится по сложившейся традиции 25 мая. Об этом на республиканском августовском совещании работников образования сообщила заместитель премьер-министра, министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Продление учебного года до 36 недель вызвало очень много нареканий со стороны родительской общественности. В результате признано, что решение министерства было оправданным с точки зрения мировой практики, но поспешным. На внедрение таких нововведений требуется более тщательная подготовка. Поэтому принято решение вернуться к прежней 34-недельной продолжительности учебного года. Таким образом, последний звонок для школьников прозвенит 25 мая. А к вопросу продления учебного года предложено вернуться после 2025 года.